это тогда зазвучало во мне. Пришло в тот момент знание, оно, наверное, передается из каких-то прошлых воплощений, я не знаю. У каждой рожденной души на нашей земле, в нашей вселенной, своя цель, своя задача, которую каждый из нас выполняет. И вот это постепенно-постепенно закладывалось и зарождало, наверное, какую-то некую почву, что я буду в дальнейшем заниматься музыкой. И то, что я помню первые воспоминания из детства, это как раз-таки, когда мы вот к бабушке приезжали, и иногда она исполняла такие мелодии, напевы. И мне это всегда отзывалось, казалось очень интересным. И сегодня я даже исполняю эти напевы по-своему, конечно. И вот когда впервые провел по струнам, я телом ощутил, и не только телом, всем своим естеством ощутил вот эту вибрацию. И потом уже позже начали приходить слова, первые стихи и первые песни. И потом, когда, опять же, вот моя бабушка услышала меня, она тогда впервые рассказала про своего папу, про моего прадедушку. Она сказала: «Я слышу голос своего отца». Она сказала: «Ты поешь, как мой папа». И она рассказывала воспоминания с детства, как к нему собирались много-много людей, отовсюду приезжали, были очереди, он всех встречал, помогал и исполнял горловое пение. Собирал детей, рассказывал сказки, рассказывал какие-то легенды, используя горловое пение. И для меня это стало очень таким ответственным. И эту ответственность я до сих пор в себе сохраняю и несу. У всех людей единые корни, единый корень. Один, из которого все мы вышли. И, как ни странно, это центр, куда мы так стремительно все спешим. И рано или поздно каждый из нас в него опять вернется. И это не финал, это начало. Ну, я бы сказал, возврат, наверное, к своим корням очень важен, потому что это фундамент, это база, зная которую, изучая которую и сохраняя, только так ты можешь двигаться дальше вперед и развиваться. Без фундамента и почвы под ногами, ну, все шаткое. Все шаткое, и если представить, что мы дерево, любой, ну или не любой, сильный какой-то порыв ветра может сломить это дерево. Алтай — это такая некая огромная батарейка такая, да, которая начинает заряжать нас, людей. Когда ты бываешь там, ты ощущаешь всю мощь Вселенной, всю мощь своего рода, своих корней, и ты буквально соединяешься с ними. У тебя начинает пробуждаться правильное мышление, ты начинаешь понимать, кто ты. Потому что Алтай сохранил вот эту энергию чистоты, духов природы. Все мы дети природы. Мы из природы. Мы неразрывны с ней. Законы природы просты на самом деле. Ну, в этом и сложность, и как это ни парадоксально. И они одинаковы для каждого человека, потому что истина для всех одна. И вот это такой объединительный момент, когда встречаются разные, например, люди, и это объединяет, и об этом не надо забывать, мы забываем об этом. Сохранение традиции исполнительского искусства алтайского горлового пения и наших кайчи, сказителей, из уст в уста это всегда передавалось и передается до сих пор. И когда ты получаешь эту информацию, ты сам уже являешься таким, да, носителем этой культуры, своей культуры, родной культуры. Ты ее сохраняешь, приносишь нечто свое и делаешь что-то новое.
Именно так это может жить, сохраняться, развиваться. И это очень важно для тех, кто придет уже после. Угу. Раз, два, раз, два, один, два, все, все, все. Я всегда говорю зрителям, когда мы общаемся, я говорю, это не концерт. Форма концертов, да, это чтобы была понятная форма, что вот мы, кто-то будет на сцене, кто-то будет в зрительном зале, вот вы будете слушать, я буду исполнять. Это как бы понятно, это форма. Но на самом деле в этот момент происходит такое единение со слушателями и со творчеством, и происходит некое такое волшебство, я бы сказал. Я кочевник, я продолжаю линию своих предков, я кочую из города в город, из страны в страну, из одного региона в другой регион, потому что в этом я вижу свое предназначение, которое мне было дано вот в детстве. Кто-то мне заложил, вот у тебя будет публика, да, твои слушатели, и ты должен нести не просто, а нести красоту, нести гармонию, созидание и рассказывать о своей культуре, и рассказывать о единых корнях. Поэтому я много вижу на встречах, много таких, я бы сказал, потерянных душ, и у всех у них есть такая потребность, просьба о крик души, о некой помощи. Как идти, куда идти, зачем идти, почему это происходит, почему это. И вот когда мы начинаем вместе работать над этим, отвечать на вопросы, я думаю, становится лучше, мир становится добрее и гармоничнее. Ну, многие ищут Шамбалу, но на самом деле Шамбала всегда с нами, в нашем сердце.